А на Витебские дожинки сегодня приехал знаменитый боксер, а сейчас депутат Государственной Думы Николай Валуев. Лучших хлеборобов области сегодня чествуют в Сенно. Валуев поучаствовал в открытии Дворца бракосочетаний в райцентре, попробовал драников и вместе с национальной кухней оценил и белорусское гостеприимство. Я знаю, что это тоже, как и на светской ярмарке, такое соревнование небольшое для того, чтобы стать лучшими. Но на самом деле проигравших здесь не бывает, потому что праздник урожая – это праздник для всех, это народный праздник. Основные работы в полях завершены. Каравай Витебской области без малого 900 тысяч тонн. Комбайнеры, агрономы, механизаторы сегодня в первых рядах. На главной сцене они принимали поздравления и подарки. А гулять в Сенно будет до позднего вечера.